Фастерс. Все в твоих руках. Здесь именно ты указываешь шанс выигрыша. Играть просто. Делаешь любую ставку от 1 рубля и выбираешь шанс на победу. Чем меньше шанс, тем больше выигрыш. Нажимаешь «Играть». Ползунок остановился на зеленой полосе. Ты выиграл. Деньги мгновенно можно вывести на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Переходи по ссылке в описании и выиграй главный приз до 100 тысяч рублей. Пиздец. Кали, ты ранен? Блять! Я думала, это у меня... Я думала, это у меня вылезло, нахуй! Я думала, это у меня... Мне ж стыдно стало. Спасибо за сап, я люблю тебя. Спасибо, хипак, за сапку. Мне так стыдно стало. Ой, мамочки! Женя. Что? Ебать, мне стыдно стало. Ху, блядь, ебать. Боже мой, меня запустили. А почему это так дымится? Опа, контент был. Что это такое? Кому борщика? Ой, кстати, это продается в этом... Кому борщика, пацаны? В республике, хуйня. Нет. Скиртануло так нормально, блин. Можно еще планш 0.5? Простите, пожалуйста. Пиздец. Ну и официантка криворукая. Что я сделал плохого? Пиздец. 10 рублей за дефолтный танец даю. Легко нахуй ебать. Учите. Кстати, в жизни он такой большой. Он в жизни так... Он в жизни просто огромный. Я когда его увидела... Блять, сынки. Глаза на лоб полезли. Знаете, он похож на медведя. А, уза. О, дивули. Я люблю все, где есть яйца. Да, анон. Ой, блядь. Извиняюсь, ребят, наверное, больно было. Мне сегодня принесли салат «Цезарь» с яйцами. Типа, прям, знаете, вот яйцо пожарили, вот такое. Такое. И положили в «Цезарь». Спасибо. Пиздец. Спасибо, Лоун 10, за сапку. Почему вот она... так нужно подкатывать к девушкам. Если бы ко мне так подкатили, я бы сразу дала. Я бы тоже, парни. Вы знаете, что делать. Не спасай до утра. Почему все играют в эту хуйню? Она же реально интересна. Куда позвала? Завтра на 6. Ты меня так не пугай, а то зубы упадут. Настю, ты сказала Насте? Что сказала? 5 в 6 часов. Мам, что в 6 часов 5? Завтра день рождения. У кого? У тебя! А у меня день рождения? Да. Ага. Адрес скинь ей. А, ты мне скажи его, только не здесь. Я поняла, поэтому я и не говорю. Да, я мам, сначала поздоровайся, смс-ка моя. Кукусики, привет. Сюда, заходи быстрее. Не. Мама, зайди. Ты посмотри, какой у меня. Какая у тебя футболка красивая, мама, за 10 тысяч рублей покупала. Заходи, мам, давай. Ты что, это Рамиза у нее купил за 3 копейки. Мам, давай, зайди. Мама, сейчас тебя вылью воду. Мам, зайди, пожалуйста. Мам, пожалуйста, зайди. Ну, пожалуйста, мам. Зайди. Давай сюда. Вот. Мам, давай, иди, сиди ко мне. Мама. Кусики. Поцелуй меня. Какая у меня зайка нереальная. Ой, я в восторге, мам. Я сейчас от кукусиком, всем привет, всех люблю. А меня любишь? Тебя очень люблю. Больше, чем это? А это что такое, можно съесть? Это, мам, ты кусок ананаса у меня забил. Мама своровала у меня кусок откусанного ананаса. Мам! Дай, пожалуйста, мне ананасичек. Собери свой, он пыльный. А ты стол вытирала? Нет, он пыльный. Фу, мам, ты его съела? Угу. Фу, мам, такая ты... Фу, спасибо, привет, Давид, спасибо. Мишутка. А. Завтра в 6 часов. Ну, ты мне уже 3 раза это сказала. Настя, скажи, я тебе скину, адрес скини. А я сейчас сама ей скину. Ну вот и все. Что за церемония, Рос? В 6 часов.
Вы мама такая просто нереальная. Спасибо вам. Тендер-либоером. Спасибо, Алексос, за донат. И Аполлинарий Константинопольский. Нихуя у тебя нейм, блядь, нихуёвый такой. Эй, ла-ла-лей, я теперь по говне. Андрюх, тебя пишут, как тендерли? Да, хорошая девушка, на самом деле очень позитивная, вообще классная. Ну, я согласна, тоже хороший парень, очень добрый. Я поэтому и обнял сзади, приполз к ним. В смысле приполз сзади? Он не приполз ко мне сзади, он просто меня обнял. Сейчас нет, а тогда может быть. Не знаю, можете у него... У него хуй стоял тогда? Блять, я думала, это Сникерс. Я ему говорю, а что у тебя в кармане? Он говорит, Сникерс. Вот уёбок, бля, вот гандон, педофил, педофил. Меня спросить, она почувствовала что-нибудь? Педофил. Да реально нормально. Кого? Да. То есть, он об меня членом тёрся? Он об меня писькой тёрся, пиздец. Осуждаю. Ну это бан. Я по делу, можно зайти? Чай. Безопасный секс, самый лучший чай. Блять, что еще раз? Я буду гуглить это сейчас. Это песня такая вообще-то, даже я знаю. Дай. Это та, которая из ранеток? Спасибо большое, Лил Дранки. Это Лера из ранеток! А чё она про секс поет? Она в ранетках снималась. Спасибо большое, солнышко. Привет, спасибо. Мать. Спасибо, блядь, тебе за стримы, ты красивая и лучшая. Мне и сейчас так хуёво стало. Это в натуре существует, что за херня, блядь. Что значит безопасный секс, самый лучший чай? Давайте стрим так назовем следующий. Спасибо большое, взаимно, солнышко. Что такое? Блядь! Что такое? Вы заебнули. А что происходит? Все нормально. Новый баллон подъехал. Давай, давай. Что происходит? Это жестко, очень жестко так ровно. Ну ненавижу рэп. Русский. Будьте счастливы. Когда-нибудь мы еще увидимся. Слава Украине. Ну, пацаны, я что вам хотела-то сказать сейчас вообще, в принципе. Если вы тоже хотите так посидеть и подуть шары в Дискорде, то я всегда к вашим услугам. У меня есть мой Дискорд-сервер, ссылочка на который будет прямо сейчас в чате. Можете залетать и дуть шары со мной, в принципе. Я предпочитаю белые, красные и черные цвета. И так что переименовывайтесь просто в разноцветные шары, Амина, и я буду вас любить. Как поживаешь? Все хорошо, спасибо. Завтра. Рождения. Спасибо. Поздравляю. Я очень частенько там сижу и дую шары. Поэтому, кто хочет подуть шары вместе со мной, пожалуйста, ссылочка в чате. Ну ты чё, блядь? Чуки, Хесус реально не смешно. Ну тони давай! Я же не говно, почему я не тону? Это можно сделать в Дискорде. Залетай. Спасибо. Никогда не столкнусь, не столкнусь, надеюсь. О, песня крутая играет у него на фоне. Ой, блядь. Обоссалась. Спасибо большое. Пап, герои, блядь. Управляется радиопультом. Башня имеет отдельное управление. Или движение пультом. О, вот такой деду надо, блядь. Это деду такой уже заинтересовал. Повороты башни, выстрелы сопровождаются звуковыми и звуковыми орудия. Правда, на цену этого танка лучше не смотреть. Да хуй ты его, блядь, пипец ебаный, блядь. Показал, так покажи, уёбки, блядь. Что я должен, блядь, вот это сам искать, блядь? Сколько они стоят, блядь? Говно. Цену этого танка. Ага, блядь, сколько? Лазерная.
постоянное наведение орудия. Правда, на цену этого танка... Правда, на цену этого танка... Правда, на цену этого... Сколько, блядь, полмиллиона? Иди нахуй, блядь! Ты его попусти. В принципе, можно, если она будет работать. Бля, а еще если дутую куртку проткнуть? Она станет... Взорвешься? Дутой куртки. Получится сознание потерять. Получится шар. Вы выбираете персонажа? Нет. Нет, у меня ничего. А ты выбираешь? Вот сейчас выбираю. У меня девочка Сёмы. Я только что купил у тебя ссылку. Тендерлибое.нет. 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 Ссылка в чате. Чтобы добавиться, блядь, друзья, нужно зайти на тендерлибое.нет. Купить сигну tenderlibaya.net, получить роспись tenderlibaya.net, купить разбан tenderlibaya.net. Да. Семён, да чё, блядь? Заебись, Семён. Ебать, Саня тоже не умел. Я вот на ком хотел, на том и стал. Что? Блядь, что я нажал, блядь? Илюха под шарами, парни. Ой, блядь, я случайно что-то нажал. Ой, Семён, хороший. Сёма, блядь. Поплакать из-за того, что я очень начала переживать за родителей, то, что знают адреса. Но по итогу я сейчас вам включу, что мне присылает, блядь, в WhatsApp, уважаемый полицейский. Я добавляю только сабов, привет. С улыбочкой. Гадёныш, блядь, выбледок, блядь, за старые глаза. Опасно. Оп! А что такие лавочки лёгкие? Ребят, шары, блядь, шары, баллоны купить тоже на tenderlibet.net. А шары запрещены законом, ребят, вообще, нет? Давай. Я взял твои вещи, если что. Чё будет делать сейчас? Неужели он ёбнется? Они запрещены законом? Серьёзно? Не запрещены, это азот. Это легальный наркотик, понятно, спасибо. Ну всё, ребят, я пошла... Блядь, да... Блядь. Пиздец, шары так действуют, уёбищная. О, шары. Шар напугал. Сука, какого? Ой, а можете мне положить два по... Ой, это то самое уебище. Ой, хороший парень. Привет, брат. Я сегодня шикую. Покажите запрек. Хороших. Как выбирать их? Там была с этим. Че там? Смотрите, что вы мне положили. Специально, да? Очень. Специально? Я очень хорошо вижу, поэтому... Выбирай лучше. Ебать, ну это очень некрасиво. Это не смешно вообще нихуя. Бля, ебать, он долбоёб, серьёзно. Просто не покажу. Это супер некрасиво так себя вести. Взял, блядь, сам положил. Просто идиот, нахуй. Просто как мразь. Он повёл себя как тварь. Ну вот кто со мной не согласится? Он реально повёл себя как мразь. Чел сидит, работает за 15 тысяч в месяц. Он не обязан ему помидоры собирать в пятёрочке. Никто не обязан собирать помидоры в пятёрочке. Он реально ведёт себя как мудак. Чел, бедный старый чел, он им просто измывается, блядь. Взял, сам выбрал себе помидоры, долбоёб. Боже, какая же тварь. Просто какая тварь, я не могу. Просто у меня горит жопа с таких идиотов. Ребят, я сейчас принесу, покажу. Ну, чтобы я даже не видела, что ты что-то съел, поняла? Что это? А, кстати, это левая рука. Да прыщик давил. Ты идиот. Бля, а, кстати, левый мешок. Я, конечно, в жизни Мишка, медведь такой, знаете, суровая. Тут сидит, блядь, бутылку дрочит, ну, ёбнутая. Охуя, она рабочая, оказывается. Такой смешной пиздец.
Поднимите мне веки. Когда их будут пиздить казахи, я не с ними. Еще курица с этой. А чё там? А чё там? Петух. А чё он там делает? Он курицу раздавил. Пиздец, это не смешно. Сука. Это нихуя не смешно. Он собаку, индюка раздавил. Это же не... Почему вы смеетесь? Ну киньте F индюку, это живодерство. Да нахуй, это не смешно. Да нахуй вы смеетесь? Это не смешно. Пишите F. Пиздец. Пиздец. Танцевать. Раз, два, три, четыре. Ссылка удалена. Добавь лайка, если не сложно. Ссылка удалена. Еще раз, с наступающим меньше, чем три. Can you believe me, brother? Мне аж хуёво стало. Встань.